Всероссийский огород. Так сегодня называют Астраханскую область на федеральном уровне. Чтобы этот огород продолжал давать хороший урожай, необходимо поддерживать местных сельхозпроизводителей. С целью узнать, чем сегодня обеспокоены местные фермеры, Ахтубинский район посетил заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов. Вместе с руководством регионального Минсельхоза и Ахтубинского района он встретился с местными растениеводами. Один из главных вопросов кадровый. В связи с тем, что границы из-за борьбы с пандемией закрыты, сезонные работники из соседних государств не приедут. Такое положение дел волнует местных аграриев. Я бы считаю, что актуально на сегодня то, что мы можем рассчитывать на мигрантов, которые, допустим, я знаю, что ко мне приедут 20 человек, и они будут каждый день работать в течение 8 месяцев. А население наше, мы можем рассчитывать это по какие-то наши периоды, когда у нас есть напряженка, и мы можем где-то на неделю, на две недели, на три бывает скоординироваться и привлечь привлеченных наших местных там с города Ахтубинска, с Новониколаевки и так далее. Этот вопрос как бы остается, чтобы мы могли работать. Если людей не будет, нужно будет сокращать производство. Так сегодня говорят сельхозники. Поэтому разрабатываются альтернативные пути. При поддержке губернатора Астраханской области прорабатывается вариант о привлечении работников из других отраслей. Федеральное руководство предлагает для работы на полях студентов аграрных вузов. Главное – собрать урожай. Ведь, по словам замминистра, астраханскую продукцию уже ждут на главных рынках страны. В перспективах увеличение объема производства. Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие мелиорации в регионе. Конечно, мы хотим, чтобы оно развивалось большими темпами. Для этого государство предусмотрело специальные субсидии по поддержке фермеров, по возмещению затрат при мелиоративных работах. И на самом деле сложилась очень хорошая формула развития. Мы уверены, что в ближайшие несколько лет объем мелиорируемых земель в вашем овощеводстве прирост составит не менее 20-25%. Для этого выдаются льготные кредиты. Мы хотим, чтобы они были доступны каждому фермеру. Поэтому следующий наш разговор будет – это доступность кредитов определенной категории фермеров. Для поддержки сельхозпроизводителей на местном уровне район планирует участвовать в программе развития сельских территорий и прорабатывать механизм объединения фермеров в кооперации. Об этом федеральному гостю рассказал глава Ахтубинского района Алексей Кириллов. Заместитель министра оценил такую стратегию и выразил надежду, что в целом кооперативов Астраханской области будет больше. Объединенные кооперации смогут предлагать единую продукцию. Так у нее появится областной бренд, а у сельхозпроизводителей уйдет проблема сбыта. Теперь этот вопрос на контроле федерального замминистра, который пообещал в Ахтубинский район еще вернуться. Светлана Андарева, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.